В Сирии правительственные войска ликвидировали еще одного главаря террористов. На этот раз уничтожен лидер так называемого фронта революционеров Лид Мухаммад Аль-Масальм. Вместе с ним, как сообщил официальный представитель сирийской армии, еще большое количество террористов. Спецоперация прошла в окрестностях Дамаска. Отступая, боевики нанесли ракетные удары по городу. Несколько боеприпасов разорвались в лагере беженцев. Погибли 9 человек, еще 16 ранены. Напомню, накануне сирийские власти сообщили об уничтожении главаря одной из самых крупных и жестоких террористических группировок «Джейш аль-Ислам». Его ликвидировали в пригороде Дамаска вместе с 20 полевыми командирами. Сирийская армия сейчас наступает по всем фронтам при поддержке российской авиации.